В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей. Он увидел только клячу почтальона, которая вот уже 18 лет каждое утро стояла у трактира. Сейчас я поскребусь в дверь. Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит, тем лучше. Это значит, что она ждет меня. Согласно распоряжению заместителя имперского протектора Чехии и Моравии, всем лицам, которые не смогли доказать свое арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно собак, кошек, кроликов, морских свинок, белых мышей. Вышепоименованные животные должны быть сданы в центральный приемник. Следующее утро Брут получил ливерную колбасу. Она так чудесна, что сначала я потрогаю ее носом, потом надкушу, чуть-чуть порву шкурку и оставлю. Потом он запил колбасу водой, лег у печки и стал смотреть, как маленькая одевается перед зеркалом. Он видел, что их две, но чувствовал, что запах есть только у одной. И знал, что та другая в зеркале не настоящая, но все равно любил ее. «Я ее никогда не покину», — говорил он себе. «Пока она захочет, буду ей принадлежать». А потом они пошли в приемник. «Сударыня, я мог бы привести вашу собачку обратно. Они-то, эти немцы, ведь все тоже...» Имей фамилию, пожалуйста.
Брут с маленькой не попрощался. И тогда она ушла, немножко презирая себя за одну унизительную мысль. Как хорошо было бы поджарить к ужину колбасу, которую съел Брут. Третий день Брут внезапно понял, что он никогда уже больше не увидит маленькую. Я из него сделаю собаку, из этого еврейского умника. Ах ты, бедная собачка! Они тебя мучают, эти арестанты! Хватай их за горло, рви их, ты, дурачок! Он относится с доверием ко всем людям, Кох. Глаза у него, как у влюбленной проститутки. У него еще остался один молочный клык. Разрешите, я его вырву, господин лейтенант. Рви, Кох. Мы из этого пса сделаем человека. Среди собак у него было несколько приятелей, но тесной дружбы он не заводил ни с кем. Все они как-то странно стыдились друг друга. Открываю глаза.
Это маленькое, подумал он. Если бы у меня была корзинка, я сходил бы за сигаретами и за рогаликами.